Всем привет, друзья, всем привет, с вами я, Давид Про 7, и это Plant vs. Zombies. Но при этом с модом 16:9. Вперед! PopCap Games presents Растение против зомби. И да, если что, это вот это, тот сам мод, который добавляет домик и кустики. Ты прикинь? Теперь мы видим наш дом, и мы видим кустики. Семена, трава. Найс! Собирать солнце. Продолжать собирать солнце, чтобы посадить больше растений, да. Все мы эти механики знаем. Не дай зомби добраться до дома. Причем, знаешь, что самое смешное? Я изначально хотел снять это видео в обычном ПВЗ. Но на половине видео я во время записи сказал, а что если я попробую найти вот этот ПВЗ? С модом 16:9. Но при этом с русификатором. Потому что обычное ПВЗ у меня с русификатором. И знаешь, что самое смешное? Вот у этого ПВЗ обычный English текст. Но при этом озвучка все еще на русском. То есть зомби не говорят brains, они говорят мозги. Английский текст, но при этом озвучка все равно рашинская. Странно. Вот дом Давида Броши 7. Согласись, вот так хорошо, вот так прикольно, что кустики и дом видим, вот подсолнух, важное растение. Мы все знаем, что нужно посадить 3, ну, в нашем случае 3, обычно садят 5, на задние ряды. Знаешь, как давно я не играл в растение против зомби 1, серьезно. Как же давно я в него не играл. Обожаю эту игру. Ну все, как бы мы уже посадили. Пришли. Серьезно, как это работает? Ну, смотри, английский текст нам не очень сильно будет мешать. Не думаю, что вообще он будет нам мешать. Мозги. Но немного странно, что русификатор в обычной версии не поменял текст здесь, но поменял озвучку. Это вот очень странно. Даби, молодец. Кстати, заметил? Когда зомби подыхает, его тело может защитить от одного выстрела, стоящего зомби сзади. Вот, смотри, он голову потеряет. Вот, смотри, он поймал аж целых 2 выстрела, прежде чем сдохнуть окончательно. Он так может защищать своих товарищей. Прикольная механика. Знаешь что? Я сейчас понял. А вдруг у этой музыки есть авторские права? Ну, они есть. Это понятно, но что если мне за них дадут страйк? Я только сейчас об этом задумался. Приближается большая волна зомби. Ну и вот зомби с флагом. Его вроде не было в прошлом уровне, да? И нет зомби с флагом. Знаешь что, скажу тебе, с этим модом игра ощущается совсем по-другому. Я серьезно. Вишенка. Я не знаю почему. Может потому что так игра выглядит, не знаю, более современно, без черных полосок по бокам. Взрывает зомби. Вишня. Ну да, игра ощущается совсем по-другому. А вот и зомби с конусом у нас. Сажаем. Тумору. Кстати, еще один подсолнух. Давай, еще. Молодец, спасибо. Пришли. Да, я понял, что пришли.
Было бы хорошо, если ко мне пришли еще два солнышка. Вот это вообще зашибись было бы. Спасибо. Так, еще снизу. Оба! Я язык вытяну, дай сейчас возьму так и потяну. Или сорвалось, подожди, сорвалось. Сейчас, еще потяну сейчас. И давай. Ить. Ой, извини, братан. Я ему башку оторвал. Нет. Так, сейчас смотри. Очень хорошая, очень важная идея. Сейчас мы ставим еще два гороха и начинаем копить на вишню. Чтобы вишни потом взорвать приближающуюся волну зомби. Согласен? Мозги. Да, я понял, зачем вы тут. Мозгов у меня не очень много. Точнее, их вообще нет. Так что, вероятнее всего, я вас не заинтересую. Тогда зачем они прут ко мне? Мозги. Ну что за карпузик? Кто это был? Кто это был, а? Так, сейчас быстренько копим. Еще два солнышка. Нам нужно еще два солнышка. Еще два солнышка ребенка из телепузиков. Благодарю. О, даже с процентами. О, 200 солнышек у нас. Давай. Сейчас разберутся с тобой, и мы сделаем бабах. Не хуже, чем в Нагасаки. Давай. Это была плохая шутка, я знаю. Ну и... Солнце у нас 325. Давайте, приближайтесь, пацаны. Не стесняйтесь, ребята, не стесняйтесь. У нас тут весело, у нас тут хорошо. У нас бубум. И мы получаем картошутка. Это не картошка. Назовешь это картошкой, я тебе этот орех по башке дам. Это walnut. Nut — это стена орех. Также nut означает псих. Запомни это. О, наконец-то 5! Наконец-то 5 линий. Зашибись. Это значит, что у нас может быть больше подсолнухов. И рифма не получилось. Но также это означает, что нам придется ставить больше горохов. Странно. Не, странно не то, что нам придется сажать больше горохов. Странно то, что это горох. Да. Фух, выкрутился. Я сейчас понял, почему они выбрали как первое атакующее растение именно горох. Почему не что-то другое? Они вроде бы хотели сделать что-то другое вместо гороха. Но я слышал только про... Этот, как его? Подсолнух. Его хотели заменить на редис вроде бы. Ну, как заменить? Изначально вместо подсолнуха должен был быть редис. Типа ты поливал бы редис, и он бы давал тебе валюту. Но потом от этой идеи отказались. Заменив на что-то, что дало бы игровую валюту просто так. И тебе не пришлось бы все время поливать эту фигню. Так, дайте еще. Спасибо. А куда? Наверх. Я тебя вижу, ты из кустика очень подозрительно выходишь, так что я тебя заметил. Наверное, пора ставить орехи, да? Во-во-во, как раз. Самое время. Вот сюда и поставим. Так, пока орех задерживает додикас в кепке, мы успеем поставить больше гороха на других рядах. Чтобы не ставить на других рядах грёбаный орех, который очень грёбано быстро перезаряжается. Медленно. Я говорить разучился. Я не могу говорить. Сложно говорить.
Там еще один орех. Ты не успеешь! Не... Успел, молодец. Фу на тебя. Так, нашему ореху конкретно хреново. Причем самое смешное, судя по всему, он пустой внутри. Странный орешек какой-то. Так, теперь, как по мне, пора высаживать побольше орехов. Чтобы зомби уж точно не прошли. Так, 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 горох, ну сюда давай. О, вот большая волна зомби идет. Давай, 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 быстрее, 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 да, здорово, пацаны, пацаны. О, тройной выстрел вкусняшки. Вкусняшка, потому что горох это вкусно. Горох вроде бы, это вкусно. Пишите в комментариях те, кто пробовал горох, это вкусно. Просто, если я правильно помню, роботы горох есть не могут. Вот бы нам сейчас, знаешь что, лопатку, чтобы можно было высадить вот этот вот. О, как раз. И как раз мне нужна была лопатка, чтобы вот орех высадить, а то некрасиво, несимметрично. Спасибо, дай. А, я не могу использовать. Ну, грустно. Теперь мы можем выкапывать... растение. Здорово, сосед. Александр? А, Дэйв, это я. Мое имя Безумный Дэйв. Да ты можешь звать меня просто Безумный Дэйв. Так, у меня есть сюрприз для тебя. Но для начала ты должен растить лужайку. Использовать лопату, чтобы выкопать растение. А можно нет, эти горохи как раз хорошо стоят. Мне кажется, они смогут защитить меня. Бьют! Клик на лопату, да. Я могу убирать растения, да. Так, хорошо. Теперь сюрприз. Это боулинг. Да, возьми орех грецкий. Стена орех. Чё-то как-то резко он у тебя скукожился в руке. Или это ты такой огромный? А, стоп, а что если Дэйв, он не близко к нам стоит, он просто настолько здоровый, что орех в его руке выглядит мелким. А на самом деле орех это, смотри, такого же размера, как он был на лужайке. Зачем нужно ставить стены орехи? Оттуда вообще. Потому что я безумный! Давай! Bowl me winner. Это, наверное, шутка была. Bowl me winner. Мне кажется, это игра шутка. Так! Так, давай, давай, давай. Хопа! Катись! Как по мне, это нелогично. Орех недостаточной круглой формы, чтобы нормально катиться на зомби. Он как раз в форме ореха. Да-да-да, мозги, ги, зашаги. Оба! Давай, ну. Мозги. Решил, зомби. Что это? Наверх. Ту, на тебя. Опа! Взрывариях! Ну так, еще один. Ну так-то это взрывной стенорех. Но согласись, взрывоорех звучит лучше. Бабах! А ты чё? Ладно. Давай. Молодец. Молодец! Давай. Так, 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 так. Согласись, музыка на этом этапе хорошая. Динамичная. Да, тебя. Бам. Я надеюсь, что мне дадут взрывоорех, чтобы вот с ними... Нет, не дали. Да вниз ты иди, ты куда идешь? Он в кого-то врезался.
Я слышал. Наверное, этот пацан был в конусе, поэтому... Я просто сейчас кайфую от музыки. Мне ничего другого не надо. Просто кайфовать от музыки. И знаешь, можно было так... Зомби к нам идут. Нас еще настигают зомби, они идут. Всюду к нам идут мерзкие трупы в конусах. Сказать тебе, обычно у меня получается лучше рифмовать. Я не хвастаюсь, реально, у меня обычно получается довольно неплохо. Начинаем, давай, такс. Очень надеюсь на взрыв-орех. Да блин! Ну все, мне жопа! Так, а может и нет. А, спасибо! Спасибо, уже не надо. Пам. И мы получили что-то другое, которое может взрываться. Это картошечка, ты смотри, какие зубки. Ты смотри, как и попсик. Так, теперь у нас зомби с шестом. Это не есть хорошо. Так, видео длится 16 минут, да плевать. Теперь, благодаря тому, что у нас есть картошка, мы можем использовать великую тактику великих гениев. Ты знаешь эту тактику, ты ее делал. Нет, в смысле ты не знаешь? Ты знаешь. Ты знаешь эту тактику, не ври. Что ты мне врешь? Смотри, ставим картошечку где-то вот тут. И пока этот зомби дойдет до сюда и взорвется, мы успеем накопить... Куча солнца и поставить кучу подсолнухов. Согласись. Тем более, учитывая то, что игра работает вот так, что смотри. Первый зомби идет. Как только первый зомби погибает, то после этого уже как раз идут остальные зомби. Но если он долгое время остается живым, то зомби приходит через... Ну, по таймеру. Как ты видел, зомби какое-то время оставался живым. И из-за этого игра просто выпустила второго зомби. Вот, и смотри, этот помер, и сразу же пошел второй. В общем, ты понял, как игра работает. Я могу, например, вот, смотри, тут картошку ставлю. И быстренько теперь ставим горохи. Везде. Давай, быстрее. Так. Давайте сюда, солнышки! Опа! Давай! Сделай бум! Бум! Давай! Бабах! Дыщ! Там что-то было написано, но я не понял, что это. Там явно не было слова бум. Там что-то другое было. Бум это вроде у него. Когда взрывается вишня. О! Пришел, ты смотри, смотри, бегает, палкой размахивает. Акробатист хренов. Давай. Прыжок, молодец. Еще и второй! Не, ну хорош, ну хватит. Картошка. Во. Советую тебе их останавливать. Потому что у этих падал, ну, во-первых, скорость больше, чем у обычных зомби, ну ты это уже заметил, и так. А во-вторых, у них здоровье немножечко больше, чем у обычных зомби. Скажи так, если ты поставишь горох на последний ряд, один горох, и только он будет стрелять по зомби с шестом, то здоровья у него хватит ровно на... Ну, скажем так, останется у него здоровье ровно на один выстрел. При этом он добежит, перепрыгнет. И если там нет газонокосилок, то он тебя сожрет. Хотя, если у нас в доме есть один горох, и он успеет выстрелить один раз, то это, возможно, нас даже спасет. Давай, расти, быстрее. Вырастай, падла!
Хочу, чтобы все было красиво, симметрично. Дыдыщ, быбыщ. Ох, красота. Лепота. Вот так. Подожди, подожди, я хочу вот тут вот. Красиво. Так, не надо жрать до состояния, пока он не скукожится. Не надо. Не надо. Трещин нет. Ох, молодец. Ледяной горох. Ну, теперь будет что посадить вместо обычного гороха. Замедляет зомби. Да. Замораживает, замедляет. Нет, заморозка тут это другое. Заморозка это когда тут... В этой игре, по крайней мере, когда зомби стоит на месте. А это у нас замедление. Так. Применяем ту же тактику, которую мы применяли до этого. Давай-давай. Ставим подсолнухи. Собираем солнце. Как только пойдет первый зомби, ставим на него картошку. О! Пришли! Да-да-да. Знаю. Мне кажется, в этом видео мы сможем пройти все уровни дневного этапа. Мне так кажется. Правда, так видео получится слишком длинным. Но знаешь что? Мне плевать. Если видео получится неплохим, то можно и чуть-чуть наплевать на длину. Да, YouTube не любит длинные видео, а если бы точнее продвигать длинные видео. Мозги. Но все же. Я не хочу вырезать из видео какие-то части. Особенно если эти части важные. Я, конечно, могу, но я хочу все время болтать. Мне нравится все время болтать. Мозги. Я не знаю почему, абсолютно не знаю, но мне почему-то кажется, что тебе нравится, когда я все время болтаю. Я имею в виду... Нет, ты неправильно меня понял. Я имею в виду, мне нравится много болтать видео, а тебе нравится, когда в видео что-то происходит хотя бы. То есть я не нудный, я сижу, что-то говорю. Так, похоже, мой план не сработает. Или сработает. Да-да-да, сработает. Я хотел быстренько накопить на ледяной... Ну, ты уже увидел. На ледяной горох и поставить его. У меня получилось. Возможно, и сейчас получится. Одно солнышко, одно солнышко. Один символ телепутика, давай-давай. Вот. Стреляй. Молодец. Так, нужно разбавить обстановку шуткой. Смотри, знаешь, почему зомби такие медленные? Они считают шаги, чтобы получить гиги. Гиги за шаги. Смешно. Ладно, не смешно. Грустно. А, сейчас наш план. Садим стена орехи. И также ставим ледяные горохи. А, блин, черт, блин. Картошка. Во, бульба всему голова. Так я боюсь, что мою голову как раз сожрут сейчас. А, знаешь, они еще и медленно... О, кайф, получилось. Они еще и медленно жрут. Так, теперь дальше ставим просто обычные горохи, потому что и у ледяных, и у обычных одинаковый урон. Но при этом ледяной не может сделать, скажем так, двойную заморозку. Тогда смысл ставить несколько рядов замораживающих горохов. Если можно поставить один ряд, и дальше просто кучу обычных горохов. Согласись? Логично. Если цена такая же, и при этом, что с обычным, что с одним рядом, что с несколькими, замораживаться все равно будет только передний зомби. Грузит впереди всех.
Зачем я тебе вообще это все разжег? Зачем? Это странно. Так, еще один. Пэм, все, давай. Откисай. Здесь даже орех не нужен. Но я его все равно поставлю, чтобы выглядел красиво. Вах, по фэншую. Кстати, картошка. Тебе стоит быть поаккуратнее. Если ты не взорвешь никакого зомби, то мне лично придется в тебя вспахать. Усек. А бобчик. Так что ты давай это. Поработай хорошо. Может, поближе встанешь, я не знаю. К зомбям. Но я тебя предупредил. Не радуйся, его ты не взорвешь, картошка. Или не. Да я просто. Не взорвал. Ну, значит, мне потом придется его лично вскопать. Чтобы все выглядело симметрично. Потому что почему? Потому что симметричность это красиво. Не надейся, картошки. Его ты не взорвешь. Его тоже. И это вот кайф. Все, у нас отличная оборона. Никто через это не пройдет. Даже этот огромный мускулистый гаргантюа, он точно не пройдет. Особенно если пройдет по этой линии, отвечаю. Ну все, картошки, придется тебя потом скопать. Но точно ты уже никого не взорвешь, смотри. Прощай. А, подожди. Не, все, прощай. F. Картошку. Я мог сказать, напишите в комментариях, но не обязательно. Чомпер! Зубастик. Наверное, мое любимое растение в ПВЗ 1. И как раз мы его и возьмем. Вишенку я брать не хочу, так что давай вот так. Да. Будем ставить его поближе. Да и так, смотри, чомпер, а сзади него уже орех. Звучит нелогично, но... Знаете, чомпер так будут ближе к зомби, и если вдруг чомпера съедят, пока он жует зомби, то орех сможет защитить. Наш горох. Побольше солнца. Ну, по стандартной тактике. Кстати, странно, что тут одна волна. Вот этот вот флажок. Снизу. А на предыдущем уровне их было два. Получается, этот уровень будет легче. Да не, да кого я обманывал? Тут же этот зомби с ведром. Мозги. Этот зомби с ведром, скажи, та еще заноза. Думаю объяснять, почему не нужно. Ты уже понял. Но если вдруг кто не понял, у него ведро на голове. Да. Прикинь. Поэтому он и мешает. Ну, окей, собираем побольше солнышек, ставим побольше гороха. И как только пойдет этот зомби в ведре, я сразу же ставлю перед ним чомпера. Чтобы тот быстро его сожрал и не мешал горох стрелять по другим зомби. И вот это еще одна причина, почему нужно ставить чомпер впереди обычного ореха. Чтобы тот быстро успел съесть зомби с ведром и не мешал. Ну, не этот. Не чомпер мешал, а зомби. Потому что здоровья у него много, а мешать он точно будет. Во, смотри. Еще этот гребаный металлический звук, когда по нему бьют. Все.
Бай-бай, зомби. Бай-бай, зомби. Вот смотри, как резко. Вот линия запомнилась. Смешно. Так, ставим побольше ледяного гороха. Кстати, если ты прислушаешься, ледяной горох стреляет, скажем так, новогодним звуком, я не знаю. В общем, звучит, будто он стреляет. Даже звучит, будто он стреляет ледяными снарядами. На всякий случай. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Чомпер еще называют плохим растением. Смотри, как оно помогло нам. Сейчас дожует. Из ветроголовья. Где-то разбирать. Вон там как раз сверху один. Давай, кусь. Молодец. Давай еще один. Кусь. Все. А то, что сожрали, это уже не важно. И давай туда картошку поставим. Мне кажется, она успеет вырасти. Или нет. А, да-да-да, успела, смотри. Во, даже симметричненько получилось. Двойной горох. Как он назывался? Double PA или как? Репитер. А. Давай попробуем поставить его вместо ледяного гороха. Как думаешь, хорошая идея? Мне кажется, нет. Потому что мы и ледяные горохи не успеваем ставить, а тут как бы подороже чуть-чуть. На одно солнышко. Ну, технически на 25 солнышек, но одно солнце дает 25. Так что я буду говорить одно солнце. По крайней мере, сейчас. Так, солнышко, спасибо. Пам. Так. Ну и... Угу. Как говорится, это Боб. Боб еще не знает, что... Он сделает бум. И тебя вот сюда поставим. Ну... Ладно, потом. Спудоу. Ты видел, там было написано Спудоу. Интересно, что это должно обозначать? Или еще больше, что это вообще должно означать? Не только обозначать, но еще и означать. Так, молодые джентльмены в костюмах с галстуком. Уже идут. Их уже больше. Кстати, тут две волны. Неплохо. Кстати, хочешь я скажу одну вещь, после которой ты не будешь никогда воспринимать зомби всерьез? Это мистер Бин. Костюм похож на мистера Бина. Вот тот, знаешь, с плюшевым медведем еще на машинке. Про него мультик еще есть. Все, ты больше не развидишь это. Я знаю, я злодей. Я испортил тебе мировоззрение. Ты теперь будешь всех зомби видеть, как мистер Бинов. Я знаю, я злой. Муха-ха-ха-ха. Я даже посмеяться могу, как злодей. Бу-га-га-га-га-га-га. Похоже?
Я знаю, что похож. Так. А что, я, по-видимому, ошибался. Мы сможем поставить кучу двойных горохов. Да, мы сможем. Учитывая, что двойные горохи своим двойным огнем неплохо справляются с зомбарями. Так, приближается волна. Кстати, знаешь что? В обычное растение против зомби мы можем поменять раскрас, скажем так, текстуру зомби с флагом. Но вот в этой версии, 16:9, я не могу так сделать. Здесь эта функция у нас недоступна. Странно. Но, в принципе, невелика потеря. Да, мы не можем сделать нашего собственного зомби с флагом. Ну, скажем так, я и не собирался делать нашего собственного зомби с флагом. Опа. Дайте тройной огонь. И теперь ставим побольше зубастиков. Они у нас будут в качестве орехов. Ну, орехи, которые еще могут звезды дать. Согласись, неплохая оборона. Тем более выглядит получше, чем вот эта вот бульба. Бульбочка. Только иногда жрет не то, что нужно. Вот, к примеру, он сожрал зомби, у которого там... Еще один-два раза выстрелим, и все. Ну да ладно, пусть жрет. Мы его не осуждаем. Ну, может, только чуть-чуть. О, молодец. Съел того, кого нужно. В принципе, никого другого там и не было, но... Ну ничего. Главное, что он справился с задачей, молодец. Хороший зубастик. О, смотри, и этих зомби шестом останавливает. Прям прокачанный орех. А вот это как раз его минус. Очень большой минус. Знаешь что? Я вот сейчас понял, если бы Чомперу дали побольше здоровья, ну, может... Может, я сейчас слишком много скажу здоровья, но примерно как у ореха, может, чуть-чуть меньше. Но это было бы отличным растением, согласись. Прям замечательным растением это было бы. Давай, сожри того, ведь молодец, молодчина. Нет? Опа. У нас записочка. Мне что, монетизацию включили? А, нет. Мы атакуем ваш дом. Да. С уважением, зомби. Как это мило. Фига себе, их там много. Ну как это мило, ты смотри, они даже предупредили нас. Что придут сожрать наши мозги. И это конвейер. Не знаю, как вы, но я обожаю уровни с конвейером. Многие их не любят. Говорят, что слишком легко, но мне нравятся уровни с конвейером. Скажем так, ты в этих уровнях должен думать, скажем так, на ходу должен придумывать свою тактику, как проходить. Потому что тебе не выдают растения, которые ты можешь в любой момент использовать и сразу придумать тактику. Нет, ты должен придумывать тактику, исходя из того, что тебе дали. И так уже выстроил. Вот, смотри, вышел из конуса, мне дали замораживающий горох. Если бы не дали, то я бы, наверное, его взорвал или картошку поставил перед ним. Если бы дали другой орех, ну, очевидно, я поставил другой орех. Не орех, а горох перед ним. Вот тут ставим это, тут ставим это.
тут ставим вот это, вот тут вот это. Вишню приберегу на потом. Ну или же сейчас можно бомбануть. О, хороший уровень, как по мне, хороший. Уровни с конвейером хорошие. Я бы сказал так, они недооцененные. Очень сильно они недооценены. Недооценены. Да. Вот, Чомпер делает пусть. Вот его делает пусть. Съешь плохого, он молодец, съел плохого дядьку. Там еще Чомперов. Можно еще, кстати, картошку поставить. Да, не успел собрать. Грустно. Репитер. Репитер. Не, подожди. Бабам. Бабах, давай. Обычный горох. Обычный горох. Я знаю, я пытаюсь сделать так, чтобы на всех линиях был замороживающий горох. Чтобы не было так, что одна линия движется к нам быстрее, чем остальные. Ну вот тут, кстати, можно сделать бабах всем. И у этих давай. И почему бы нет? Во, и еще бабах будет, кстати. Во, 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 вот, вот это то, что нам нужно, вот это то, что надо, то, что я заказывал, благодарю. Почему бы нет? Несмотря на то, что у нас Зубатин стоит впереди, почему бы не бабахнуть, согласитесь? Почему бы и не бабахнуть? Так, вот и все, все, у нас теперь везде есть по одному замораживающему городу. И также везде у нас есть по репитеру. Кайф. Теперь просто ставим горохи по ситуации. Там вот тут больше зомби, вот тут ставим побольше. Вот тут, например. Ага. Тут, например. Да. На выход посадить. Репит. Мешал бы. Картошечка. Ау. Молодец. Бабах. Так. Опа, еще репитер. Кайф. Это небольшое затишье было. И можно теперь обычные горохи вскапывать и вставить между них горохи получше. Как по мне, несмотря на то, что у обычного гороха такой же урон, как и у замораживающего, я все же отдам предпочтение замораживающему гороху. Так. И... Опа! Мы как резко выросли. Молодец. Но не думаю, что наша оборона тут поможет, потому что я просто своих забыл. Все. И мы получили... Маленький грибочек! Кайфово. Теперь у нас ночь. Здорово, Левит Пушище. Доброго вечера, скажем так. Эти зомби достают, верно? Знаешь, сразу зомби ночью гораздо сложнее, чем днем. Во-первых, ты не получаешь сон с неба. Но ты можешь получать все же зомби... Фу. Солнце с подсолнухов. И, кстати, для тебя у меня есть... Пуфшрум. Наверное, это будет... Я не знаю. В общем... Пуфшрум, наверное, будем называть. Что? В общем, сади настолько много, насколько ты можешь. И все будет...
Хорошо! Зомби с газетой. В общем, Пуфшрум, он бесплатный. Ну и так как видео 45 минут длится, мы уже прошли дневной этап, давай следующий этап уже будем проходить в следующем видео. Если, конечно, это видео вам понравится. Ну и да, с вами был я, DaveProsh7. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Конечно, если вы хотите. Если вы не хотите, можете этого всего не делать. Это ваш выбор. Ну и да, с вами был я, DaveProsh7. Всем удачи и всем пока! Ah, 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 ah.